Люберцы готовятся встретить 75-ю годовщину Великой Победы. Большой майский парад впереди. А пока жители вспоминают события военных лет на локальных площадках. Воспитанники школы номер 7 пригласили в гости ветеранов и детей войны, чтобы вместе спеть фронтовые песни. Концерт со слезами на глазах. Строки знакомых с юности песен оживляют в памяти свидетелей военных лет непростые воспоминания. О том, что пришлось пережить жителям страны за 4 трагических года, помнят и те, кто родился намного позже тех страшных событий. Ежегодно на просторах России с замиранием сердца все вспоминают те страшные годы, которые пришлось преодолеть нашему народу. Это годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань уважения и памяти ветеранам Великой Отечественной войны. На сцене воспитанники театральной и вокальной студии школы номер 7 с чувством воспроизводят сценки из фронтовой жизни. Юных артистов вдохновили подвиги их предков. Практически каждую из их семей коснулась война. Прадедушка, он, получается, во время войны из-за снаряда лишился двух ног. И еще дедушка, он работал на железной дороге, чтобы перевозить продукты, провизию. Седьмая школа посвятит 75-й годовщине Победы цикл событий. В него войдут классные часы, лекции и конкурсы на военную тематику. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.